Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним третье задание на странице 26 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Сколько салфеток лежит на столе? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. На столе лежит 4 салфетки. Салфетка какого цвета в самом низу? В самом низу лежит вот эта салфетка, она красного цвета. Какого цвета салфетка лежит под голубой? Под голубой лежит салфетка желтого цвета. На красной салфетке лежит зеленая салфетка. Какую салфетку положили на стол раньше, желтую или зеленую? Сначала положили зеленую салфетку, а потом поверх ее желтую. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.